жители Уфы, возможно, смогут увидеть кровавую луну. 31 января ожидается полное лунное затмение. Это явление для нашей планеты в этом году будет первым из 5 ожидаемых. Солнце заходит, луна всходит. Именно в этот момент наибольшая, по сути дела, фаза затмения, то есть уже тень Земли будет наброшена на луну, она будет красноватого или даже красного, может быть, какого-то кровавого, как иногда говорят, цвета. Она будет идти медленно, подниматься долго, и поэтому условия видимости будет достаточно, ну, неудачно, я бы сказал, особенно в условиях города. Мы будем наблюдать его около, ну, скажем, основную фазу где-то меньше часа даже. К 8 часам уже явление закончится. Площадка, с которой будет лучше всего наблюдать за полным лунным затмением, пока неизвестна. Следите за нашими новостями, а в следующий раз это явление ждут летом, в ночь с 27 на 28 июля. Художники, педагоги и семья. Ольга и Борис Самосюк уже более 30 лет вместе идут по жизни. Известные уфимские графики в этом году готовят новые проекты и выставки. В чем секрет их творческого тандема, мы попытались выяснить.